Живя рядом с рекой Хуайхэ, приходится мириться с такой действительностью. Деревни строят на высоких дамбах и созданных человеком террасах, чтобы не лишиться крова во время разлива реки. Крупных гидроузлов, более 30 водохранилищ, более 20 районов задержания паводковых вод, заградительные сооружения протяженностью несколько тысяч километров. Река Хуайхэ уже стала управляемой на высоком уровне рекой. В результате нескольких десятков лет упорного труда китайцы научились мирно сосуществовать с необузданной рекой. Лайнцхангдянг – главная река Юго-Восточной Азии. Она стремительно несется в каньоне горного хребта Хангдуань. В каньоне еще сохранились удивительные постройки, созданные поколениями местных жителей. Соляной колодец – ядро древнего чайного пути. В горной долине реки Лайнцхангдянг Джалма каждый день ходит ухаживать за своими соляными полями. Красные зеркальные поверхности у реки – это место получения пищевой соли на протяжении тысячи лет. Отсюда соляной колодец получил свое название. По местным обычаям мужчины ответственны за доставку пищевой соли по древнему чайному пути в другие районы, отделенные долиной реки, а всю работу на соляных полях выполняют женщины. На крутом берегу реки из дерева и земли построены террасы. В них собирают богатую солью воду с гор, затем используют достаточно солнечное освещение в долине реки и высокую испарительную способность высушивают до образования пищевой соли. Такой способ получения соли уникален, у него нет аналогов в мире. Эти соляные поля используются тысячу лет, за ними нужно постоянно ухаживать. Ежегодный период с марта по май – это сезон высушивания соли. При должной заботе за неделю с каждого соляного поля можно получить 10 килограммов пищевой соли. Скоро начнется сезон дождей на реке Лайнцхангдянг. Джалма ждет последнего в этом году урожая. Перепад высоты между солевыми колодцами и горами в долине реки составляет более 2000 метров.
Рельеф земной поверхности с глубоко вырезанными берегами Великой реки создал особую климатическую систему в знойной долине реки Лайнцзян. Высокая температура и низкая влажность не подходят для роста растительного покрова, но создают исключительно благоприятные условия для высушивания соли. Это произведение солнца и ветра. Кристаллы соли, выделяясь на соляном поле, смешиваются с особым красным цветом земли склона горы. Местные называют ее солью цветов персика. С 3000 участков соляных полей можно получить 1 500 000 килограммов пищевой соли в год. Каждой местной семье это приносит 8000 юаней. Песчаные бури бродят по засушливой степи. Сунит находится в центральной части автономного района Внутренняя Монголия. Здесь выпадает крайне мало осадков и сильное испарение. Это самый большой источник песков на востоке Китая. Когда-то самое лучшее пастбищное угодье на протяжении нескольких лет страдает от засухи, и традиционное кочевое скотоводство здесь находится под угрозой. В Суниде господствует северо-восточный ветер. Каждый год сильный ветер дует более 100 дней. Весной кормовые травы еще не дали побеги, а стадо овец уже окатилось. Это самое трудное время в степи. Сухэ в молодости был исполнителем в художественном коллективе, передвигающемся на лошадях. Он собственными глазами наблюдал опустынивание родного края. В Китае 1/6 территории страны под угрозой опустынивания. Это примерно как 3 Франции или 5 Германии. Продуктивность пастбищ в Суниде снижается с каждым годом. Для жителей степи вырождение лугов носит характер бедствия.
опустынивание влияет на жизнь населения численностью 400 миллионов человек. Ягнят уже рождается не так много, как раньше, а весной травы еще нет, и у овец не хватает молока. Живущим в степи скотоводам приходится всюду закупать корм для скота. Когда песчаные бури затихают, начинает пробиваться молодая травка. Это начало нового года. Сухэ вместе с семьей осматривает и ремонтирует ветрогенератор. В удаленных районах степи это единственный источник электроэнергии. Для скотоводов, которые из поколения в поколение живут в степи, песчаные бури – это одно из множества испытаний. В стремительно меняющихся условиях окружающей среды Сухэ и его семья изо всех сил стараются сохранить традиционный образ жизни и уникальную кочевую культуру. Ветроэнергетика – это экологически чистый, восполняемый источник энергии. Она отлично подходит для применения в степных районах. В настоящее время внутренняя Монголия – это самый лучший район Китая для использования энергии ветра. Подвергшийся опустыниванию Сунит – это уменьшенная копия Китая. Одновременно с быстрым развитием Китай также столкнулся с проблемами огромной численности населения, недостатка ресурсов и стремительно меняющейся окружающей средой. Это берег Бухайского залива, заболоченная местность, где река Ляохэ впадает в море. Красные среды Сизая создает здесь великолепный пейзаж. Это одна из самых важных в Китае приморских заболоченных местностей. Весной на ивах вдоль морского берега Хунхайтань китайский ремес начинает путешествие в поиске брачного партнера. Самец китайского ремеза – активная сторона. Он выбирает крепкую ветку и многократно обматывает ее волокнами водяных растений. Это основа жилища, которое он строит. Он работает и одновременно поет, надеясь, что самки в окрестностях узнают, каким ответственным мужем он будет. Население Пханьцзиня составляет 1 400 000 жителей. Здесь находится ляохэский нефтепромысел.
Это город с нефтехимической промышленностью, который развивается быстрее всех на северо-востоке страны. Расположенное недалеко от города побережья Хунхайтань, самый большой в Китае приморский заповедник заболоченных земель. Это также одна из важных станций снабжения для мигрирующих птиц на севере Китая. Каждый год несколько сотен тысяч перелетных птиц более чем 260 видов пролетают через эту территорию, останавливаются здесь и восполняют силы. Побережье Хунхайтань – это перевалочная станция для дальневосточного аиста, манчжурского журавля, шилоклювки, китайской чайки и бесчисленного множества других птиц. Благодаря тщательно сделанному гнезду, самец китайского ремеза наконец добился благосклонности партнерши. Они могут создать новую семью. Китайские ремезы – выдающиеся строители. Используя растительные волокна, они создают каркас жилища, а потом постепенно формируют его из шерсти овец. Их новый дом прочный и удобный. Все это для встречи новой жизни. Потомство – это важная часть жизни птичьего рая. У каждой семьи свой уклад жизни. Китайские чайки строят свои гнезда на песчаной отмели побережья Хунхайтань. 70% всех китайских чаек в мире размножаются на заполоченных землях побережья Хунхайтань. Различные виды птиц провели свое детство именно на побережье Хунхайтань. Спустя месяц уже вылупились птенцы китайского ремеза. Это самое хлопотное время для ремезов-родителей. Они постоянно вылетают для добычи пищи и поочередно кормят птенцов. У родителей есть еще одна обязанность. Они должны убирать экскременты птенцов. Камышовое болото и побережье Хунхайтань вместе создали полные жизни заболоченные земли Пханьдинь. В сезон выведения потомства на побережье Хунхайтань новорожденные птенцы учатся у родителей различным приемам для выживания. Шилоклювка учит птенцов добывать пищу на отмеле. Ее загнутый вверх клюв – эффективный инструмент для захвата пищи из земли на отмеле. Шилоклювка – очень терпеливая мать. Течение собирает питательные вещества с суши в устье реки, а ежедневные отливы и приливы каждый день приносят сюда дары моря. В результате этот молодой участок суши стал самой богатой биологическими видами территории. Но деятельность человека и разрастание городов также оказывают огромное влияние на экологическую среду. Птицы должны существовать в среде, которая претерпевает изменения.
настоящее время в Китае уже создано 2740 заповедников, общая площадь которых составляет 1 миллион 470 тысяч квадратных километров, что составляет 1/7 площади сухопутной территории страны. Система природных заповедников уже практически сформирована. Защита разнообразия флоры и фауны стала государственной стратегией. В процессе быстрого развития Китай учится существовать вместе с природой.